Ну, значит, вы теперь можете туда не идти. Да, могу не идти. Но вы все равно пойдете. Бронебойные! Огонь! В армии там, в тылу, а здесь я командую. И каждый, кто может держать оружие, завтра пойдет в бой. Ты чего лежишь-то? Так бьются. Ну что, что убьют, на то и война. Казаху своему ты теперь погроб жизни обязан. Если бы он эту бумагу не принес. Это твой наградной к ордену Красной Звезды. Огонь!